Сегодня в Сочи работают 7 автотранспортных предприятий, которые обслуживают маршруты регулярных перевозок. Ежедневно на линию выходят более 800 автобусов. Каждый из них должен соответствовать определенным требованиям. За этим на постоянной основе следят мониторинговые группы. Сотрудники тщательно изучают салон автобуса, его санитарное состояние и соответствие необходимым нормам. Администрация уделяется внимание работоспособность кондиционера в автобусе, внешнее состояние автобуса, внутреннее состояние автобуса. Также водитель должен быть в форменной одежде. В состав рабочей группы входят сотрудники МПУ управления городского транспорта, общественники, представители ТОС. Все выявленные нарушения обобщаются и направляются к перевозчику для принятия мер и устранения выявленных нарушений. Особое внимание в летний сезон уделяется функционированию кондиционера, если он установлен в общественном транспорте, а это, как правило, маршруты до Адлера, Олимпийский парк и Красной Поляны. Важное наличие экипировок и наклеек на автобусах – необходимое условие для работы транспорта, чистота его салона и внешний вид. За этим обязаны следить водители. Мониторинговая группа работает по всем 4 районам города, а также проверяет всех перевозчиков и все маршруты. Так, за один день удается осмотреть обычно порядка 200 автобусов. Если пассажирам были замечены какие-либо нарушения в работе или состоянии общественного транспорта, он может обратиться на горячую линию. Номер вы видите на своих экранах.